Не ключом, а телефоном. Компания «Интерсвязь» разработала услугу, позволяющую открыть замок на дверях в подъезд с помощью смартфона. Подробнее в нашем следующем сюжете. Запись к врачу или мгновенная оплата коммунальных услуг. Технологии умного города прочно вошли в жизнь современного человека. Компания «Интерсвязь» давно работает в этом направлении и развивает мобильное приложение. С его помощью можно подключиться к бесплатной городской сети Wi-Fi, открывать онлайн-телевидение или архив передач. Наибольшую популярность по результатам опроса среди пользователей набрала услуга «Теледомофон». А вы пробовали открывать домофон с помощью смартфона? Ну, я обычно так и делаю. Да, я часто пользуюсь этой услугой. А вот Ольга не знала о существовании услуги «Теледомофон», пока, возвращаясь домой, случайно не встретила инженера компании «Интерсвязь». Вы еще пользуетесь случайно? Да, а что? Есть 21 век, телефоном можно открывать. Спасибо. Пожалуйста. Я думала, что открывать домофон с телефона – это фантастика, и очень удивилась, узнав о функции «Теледомофон» от компании «Интерсвязь». Я буду пользоваться ею сама и советовать всем знакомым. Но сначала удивлю их и покажу новые технологии. Откроем подъезд с телефона. Для удобства пользователей специалистами компании был разработан виджет «Домофоны», который позволяет открывать дверь в подъезд в одно касание. Сделать это можно и с помощью голосовой команды. За 3 дня с момента запуска новшество уже успели оценить 1500 магнитогорцев. Опция «Теледомофон» от компании «Интерсвязь» позволяет открывать дверь вашего подъезда, не используя ключи. Услуга работает через интернет, поэтому можно открывать домофон, находясь в любом месте. Программа настроена так, что попасть с ее помощью в подъезд могут только его жители. Компания гарантирует, что посторонние не смогут открывать дверь вашего подъезда. Также важно отметить, что пользоваться услугой «Теледомофон» могут как абоненты компании «Интерсвязь», так и абоненты других провайдеров. Чтобы начать пользоваться опцией «Теледомофон», необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь» из App Store или Google Play. Лейла Аль-Отоум, Александр Маргунов, информационная служба медиагруппы «Знак».